Ася Джиритлёглу 5 лет сочинила свою сказку. Жила-была девочка Даша. Она очень любила своих питомцев. Попугая и цыпленка. Они дружили. Однажды они увидели котенка. Он замерз на улице. Питомцы хотели его домой взять. Сказано, сделано. Они теперь познакомились и стали дружить. Молодец, покажи нам все свою сказку. Умничка, похлопаем. Молодец.